Подразделение Land Rover Special Vehicle Operations подготовило специальную версию Range Rover для будущих астронавтов. Заказать автомобиль смогут только космические туристы, подписавшие соглашение с частной космической компанией Virgin Galactic, которая принадлежит американскому миллиардеру Ричарду Брэнсону и сотрудничает с Land Rover уже 5 лет. Специальный Range окрашен в оттенок синего, напоминающий ночное небо. Тему космоса продолжают эмблемы и подсветка околодверного пространства с силуэтом корабля Virgin Galactic. В подстаканниках установлены два диска, изготовленные из посадочной опоры корабля Virgin Spaceship Unity, слетавшего в космос в минувшем декабре. На одном выгравирована цитата Брэнсона, звучащая как «Увидимся там, наверху». После того, как владелец автомобиля слетает в космос, второй диск заменят на деревянный, где будет нанесена специфическая информация о его полете. В основу издания для астронавтов легла гибридная версия P400E. Двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 300 лошадиных сил дополнен электромотором на 116 сил. Батарея вмещает 13 кВт-часов, а суммарная отдача силовой установки 404 лошадиные силы и 640 ньютон-метров крутящего момента. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о поправках к 264 статье Уголовного кодекса. Речь идет о ДТП с пострадавшими. Причинение тяжкого вреда здоровью будет грозить виновнику лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, тогда как сегодняшний максимум – 4 года. Кроме того, почти вдвое увеличивается срок заключения за аварию со смертельным исходом – от 5 до 12 лет, вместо 2-7. Наконец, за гибель двух или более человек водителю будет грозить не 4-9 лет тюрьмы, а от 8 до 15 лет.